Всем привет, уважаемые дамы и господа. Это реклама конкурса, своего конкурса, конкурса от TK, от канала TK Spati. Первое. Участвуйте вот в этом конкурсе. Это конкурс репостов, ребят. Награды более, там, ну, почти 5000 алмазов. Буду выдавать в рублях, тенге, долларах, в чем хотите. Вам просто надо сделать лайк, репост и написать в сообщение группы. То есть вот сюда написать. И вы подпишетесь на уведомления о стримчанских. Все. Далее следующий конкурс. Это конкурс, даже это не конкурс, это на прокачку. На прокачку. То есть здесь вот условия, все будет в описании, ссылочки будут в описании. Соответственно, это на прокачку. Вам тоже надо поставить лайк, сделать репост, подписаться на канал. Все, 25 декабря я выбираю счастливчика на прокачку. 5000 алмазов. Участвуйте. Ребятки. Всем привет, доброе утро, вы на канале TK Spati, я TK, сегодня мы будем с вами искать клад и не только. Погнали! Итак, сегодня я хочу вам рассказать про лотерею Зимнего края, оказывается, о ней многие не знали. Каждый день вы можете на халяву крутануть вот это колесо. Оно у вас выскакивает при входе в игру, и... В итоге просто берете, нажимаете, и оно крутится. Где же оно находится, вы меня спросите? А мы сейчас его попробуем поискать. Сейчас я тут все сделаю. И да, вступайте в эту топовую гильдию, короче, ребятки. Это топовая гильдия, TK называется. Все есть в описании к стримчански. Итак, вот она лотерея. Вот сюда вы заходите. То есть вы переходите в этот домик. Сферы тоже не забываем крутить. Вот, обязательно. Вот это все, это халява несусветная. Дать все предновогодние подарочки. Это все несусветная халява. Так что все это не забываем. То есть еще раз. Заходим в домик, да, вот в этот вот снежный. Здесь есть колесо. Если вы забыли покрутить, крутим, что-то из этого получаем. Да, тут можно рюкзак получить, я смотрю. Аватарочку можно получить. И, соответственно, сферы. Сферы вот сюда нажимаем и крутим сферы. Выбиваем все сферы себе. Снеговики, карты снеговиков есть в ВК. Есть, соответственно, в Ютубе, в сообществе. Вот, смотрите, значит, что еще. Нам надо крутануть рюкзак. Ой, рюкзак, этот, блин, рюкзак. Сундук выкопать, короче. Давайте выкопаем сундук. Итак, он у нас хрен пойми где находится. А, нет, понятно. Раз мы на карте чистилище, бочки у нас там, по-моему, только в одном месте. Это на этом, на помойке, которая называется ферма, где нечего лутать, как, ну, на складик нечего лутать. Пойдемте выкопаем все-таки, посмотрим, что нам дадут. Давайте классика чистилище. Чистилище доступно с 12. Надо у тех аптечки еще забрать потом. Да блин, чуть-чуть найдем его. Все, найдем. Ну или умрем от зоны. Не вы понимаете, стрелки вообще куда не указывают. Вроде вот сюда. Тем более еще это вот ненависть прям. Я нашла сокровище вот тут. Нашла клад? Тут, вот тут. Вот тут где прям. Да хорош меня сбивать поиск. Все, ура! Пойдем эту катку закончим, так уж и быть. Сольем этого последнего придурка. О, один остался. Уходи. У него дропаш. Нет, меня слили. Я это вставлю. ID топовой гильдии Тикея в описании.